красивый. Пошла. А, эти, наверное, маленькие. Это маленькие, да. А ты имела в виду? Вот эти. Нет, я весы у меня стоят вот так. Ем я или не ем, танцую или не танцую, все равно этого есть у меня. С этикеткой еще висит. Ни разу не делала. Она, знаешь, она такая, вот она не с брюками, не с этой. Длина не то надо, чтобы покороче или подлиннее. Вот сейчас. Я подумаю сейчас. Да. Я меряю все, тут меряю. И пойдешь? Не, делаю фото для Фейсбука. А-а-а. Новый товар же получили, надо что-то показать уже. Ну, так клиенты... А, так в смысле? Да, да. Я думала, просто так себя. Не, делаю, ну, делаю фото. А, в общем, так смотрим тогда. Ну. Смотрим. Так что так. Ну, как кавалеры? Кавалеры? Да. Почему меня не видно? Да, кстати, да. Почему меня не видно? Так много кавалеров. Это такая история, что это 3 дня надо стоять. У меня такой кавалер, который все хотят. Да. Он прошел, наверное, всех женщин. Знакомых и незнакомых. Я так слышу, мне так говорят. Ты будь осторожна. Я говорю, что мне осторожно. Я не замужем, мне ничего. В общем, он танцует. А я пою, да? И даже на соревнованиях был, в общем, 80 лет, он выглядит как 70. А еще ловелас такой. Галстуки. Он себе заказал откуда-то машину такую красивую, вот эту часть и эту. Раньше был директором, когда это было, вот лампочки делал. Ага. Ну и вот единственное, что у него умеет, что он танцует. Все. Больше ничего нет. А почему тогда все его любят так? А потому что он когда так заходит, элегантный, да? Да, он когда заходит, все думают, же... что он такой добрый, слюни, такой слюни хороший. Пускает. Она, только я не думаю. Мы, наверное, 3 раза, как это, он говорит, ну если не надо, значит не надо, я не буду навязывать. Все. И через 5 минут он забыл уже, что он там навязывал. Так у него склероз уже. Мне не скучно. Это хорошо, что он не помнит. Но меня он помнит. Ой, слушай. А я хорошая. У меня душа хорошая, я такая. Но посети. И вот я тоже смеюсь, иногда на него смотрю, у меня такой смех, ну, молча. Я такая, ну как, он знает меня такую элегантную, такую девочку, нет, такая еще как-то целка, не дотронься до меня. Походим просто так, погуляем. Ну и куда вы гуляете? Нет, он не гуляет, он на своем, да, я на своем, потому что у нас все эти хобби, но не, он, в общем, смотрит все это спорт и ходит, ну как гулять ходит, а так он идет только туда, куда можно на машине, но каждое утро, я не знаю, сколько он ходит, 100 метров или 200, но он, конечно, выходит. Ну, главное дело, он выходит куда-то. И это хорошо, что... Потому что мне только надо, чтобы танцы закончились, и у него уже сил никаких нет. Все домой. Ой, да слушай, ты меня уморил. А все думают, о, Кая села на машину, там черти что, там ничего нету. Слушай, ну у него такой возраст. Машина, это для него, это я не знаю. Ну, он, конечно, и вежливый такой себе дверь открывает, и я не понимаю, кому он открывает. Я так не приду. Я думаю, еще кто-то придет. И он так смотрит на меня. Я сама дверь открываю.
А если тут открывает, бежит отсюда и открывает. Я ж сама могу. Ну так, а я такой, вид у меня такой. Ой, ну ты даешь. Кошмар. Три раза в день на меня, ну как-то. Ну, значит, не надо, все, 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 пошли. И уже привет. Привет, давно не виделись. Ой, смотри, жарко стало. Не, а мне нравится то, что никто ой не знает, какой он. И все смотрят на это. Да, статный или... Прикалцу. А, один день он приходит, он ненормальный тоже. Он как-то сказал, вот приду когда-нибудь, в общем, еще приходит, так. А когда один раз я приду, так все будут, как, упадут. Да. Ага, один раз он, наверное, так и сделал. Приходит, а я так, он, ну, выше меня. Намного. Но не длинный я такой, 180 вообще такой. Ну все равно 80 лет такой высокий. И я же не смотрю сюда, я же смотрю в лицо, когда человек приходит. Он приходит, смотрю, белая рубашка, белый кикилипс тут. Ага. И когда станцевали, один танец, пришли обратно, смотрю, у него и брюки белые. Да, он весь в белом таком. Весь в белом. А я вижу отдельно кикилипс. А этот як какой был? И пиджак белый тоже, все в белом пришел. Женщины аж падают, все. А я думаю, господи, нормальный или ненормальный? Мне так неудобно танцевать там, в общем... Она говорит, о, стильная пара, я не помню, что у меня это было, что стильная. У меня все время это стильная. Так а где вы танцуете, в каком месте? Везде. Везде? Сейчас куда только, где только есть. Да. Ну, сейчас так много этих мест стало. Вот прибавилось еще перед-то завтра пойдем. В 7 часов там. Да? Везде. В общем... Скажи, пожалуйста, эти носки какой ценой? Здесь 3,50. 3,50. 3,50. Но вот так, вот так, так мы и ходим. Да. Ну молодцы, что я могу сказать. Молодцы, что ходите, танцуете, но другие лежат дома, а вы ходите. Ходите, танцуете, еще веселитесь. Сегодня помню, тут не помню. Ну, платье синий, вот там, что зеленое это еще есть. Синий, вот такой, в общем, синий есть. Да, 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 да. Красный еще есть в клеточку. Красный тоже есть. Ну вот, все у тебя есть.